3589 жителей Самарской области подали заявки, чтобы присоединиться к команде развития региона. По поручению Вячеслава Федорищева была создана программа для формирования кадрового резерва, в которую может войти любой желающий, обладающий необходимыми навыками. Одно из условий – желание участвовать в развитии Самарской области. Прием заявок продлен до 5 июля включительно. Для этого необходимо заполнить анкету на портале «Кадросфера», пишет телеграм-канал «Вести с Дворянской». Телеграм-канал Советского района пишет, что один из самых верных способов освежиться в жару – сходить на речку. Этим летом в Самарской области планируют открыть 35 пляжей, 20 из них уже функционируют. Купаться там безопасно для здоровья. Вода и песок соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщили специалисты областного управления Роспотребнадзора. 4 июля в 18 часов в Доме культуры «Победа» пройдет театрализованная игровая программа для всей семьи «Праздник русской березки» от театра «Чунга-Чанга». Это будет вечер с интересными играми, знакомство с традициями русского народа и многое другое. Вход свободный, информирует телеграм-канал промышленного района.